привет из Тюмени. Еще один тур лучшей лиги мира в середине недели. Это ли не праздник? Давайте насладимся футболом. Мелбет, первая лига, 29-й тур. Футбольный клуб Тюмень. Команда открытия, команда сенсация первой части сезона. Ну вот как-то как настоящий сибирский медведь не может все выбраться из зимней спячки, хоть весна уже и перевалила за экватор. И сегодня сибиряки на стадионе «Геолог» принимают новороссийский «Черноморец». А эти южные акулы напротив. Неважно, начали сезон, но тонуть отказались. Сменили тренера, сменили этой зимой более чем наполовину состав. На фланг, здорово, как увидел сейчас на Сырова. Удар срывается под мяч. Под мяч сейчас так копнул газон тюменского стадиона «Геолог» Исламжан. Хороший заброс, а вот здесь не было положения вне игры. Друг другу бы не помешать Насырову и Маркелову. Передача! Ух ты! Денис Фомин снимает мяч буквально вот здесь. Красильниченко, момент, удар! Дальше отличная подача. И здесь очень здорово в воздухе перевисел Никита Никифоров. Сумели победить со счетом 2-1. Ой, как опасно сейчас! 1-0! И, конечно, это сделал Иван Зазвонкин. Конечно, это сделал тюменский воспитанник. Тут, конечно, нельзя сказать про правила бывших, да? Зазвонкин все-таки за ФК Тюмень не сыграл, но тем не менее, как атака смотрелась здорово. Классно, Каратаев, замечательная передача, и здесь 1-1! Это было феноменально исполнено! Ну какие же два красивых гола мы увидели! Маркелов сравнивает счет. Иван Маркелов, 9-й номер. Ну просто, ну, я не знаю. Вы сами видели, да, как Каратаев принял технично и как он отдал эту передачу. Третий гол Маркелова в этом сезоне. Вы посмотрите, Любаков. Раз. Очень важно, что удалось. Подождите-ка, у нас здесь, возможно, у нас как будто бы здесь был заход еще на один гол. Юрий Будагян. Смещение, забегание. И здесь прошло прострел. Ох, как же было опасно. Как же было опасно. Хорошая передача. Снова Москаленчик. И здесь удар. И это было опасно. Мощный удар в створ. В касание. У нас готовится первая замена у Тюмени. На левый фланг перевод. И туда в штрафную. И это опаснейший момент. И какой сейв Любакова. Вот это да. Никифоров так склонился зафиксировать свое почтение, возможно, над голкипером Тюмени. Второй острейший удар в створ. Возвращает на фланг. Подача. Марьянов. Здесь аккуратно. И момент. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой был шанс сейчас для новороссийской команды. Любаков. Его третий заметный сейв. И пошла подача. Неудачно. Досадует на себя Данил Гурченко. И звучит финальный свисток. Этот матч завершен. Ничья 1-1.